Хоккейный клуб «Чебоксары» уже на льду. Знакомство зрителей со столичной дружиной прошло в Ледовом дворце «Чебоксары-арена», где был дан старт турниру на Кубок главы Чувашии. Каким оказался дебют, в следующем репортаже. Участниками турнира, кроме хоккейного клуба «Чебоксары», стали еще три команды гостей. Первая битва муниципальной команды «Богатырей» прошла против дружины из Саранска, Мордовия. Первая шайба влетела в ворота хозяев, но буквально сразу же наши отыгрались. Команды по очереди поражали ворота противника. На очередную шайбу Мордовии тут же следовала ответная. И наоборот. Но разницей в счете больше одного очка чебоксарской команде порадовать зрителей не удалось. Как не удалось и обыграть соперника. Однако большая часть соревнований еще впереди. Коллектив сплотился уже, да, как бы все друг за друга, все бьются. Будем добиваться побед и идти к победе и только. Боевой настрой столичной команды успели заметить и гости. Смат, да. Борются, ребята не сдаются, в каждом моменте стараются вести борьбу, то есть не проигрывают, стараются ни в чем. Итоговый счет матча 5-4. И, увы, не в пользу хоккейного клуба «Чебоксары». Но выводы делать пока рано. В целом игра была такая боевая, что понравилось. Самоотдача ребят. Выложились, ну не на все, но на 90%. Где-то нам не повезло. Это хоккей. Первая игра, да, у нас тяжело ребятам, где-то морально, где-то физически мы под нагрузкой находимся. Поэтому я считаю, что они здорово сыграли сегодня. Впереди у каждой команды еще по две игры. А в воскресенье станет известен победитель турнира по хоккею на Кубок главы Чувашии. Екатерина Абрамова, Олег Якимов, Республика.